Около 4000 сотрудников семьями, а также студентов Казанского федерального университета присоединились 9 мая к акции «Бессмертный полк» в Казани. Казанский «Бессмертный полк» растянулся на несколько километров. Люди с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов вышли на центральную улицу Казани, чтобы сказать спасибо за великую победу. Колонна «Бессмертного полка» в Казани стартовала с площади Свободы. Шествие возглавил президент Татарстана Рустам Миниханов. Участники от КФУ ушли с растяжкой «Бессмертный полк» Казанского университета, флагами России, Татарстана, родного вуза. Это мой дед и его брат. То есть это по линии отца, отец отца и брат отца отца. У обоих интересные истории. Допустим, Ахмат Ражапович, он был зенитчиком и служил в Ленинграде, был участником блокады Ленинграда. По данным пресс-службы мэрии Казани, в этом году в шествии в столице Татарстана приняли участие около 163 тысяч человек, когда в прошлом году показатель составлял 120 тысяч татарстанцев. Это мой отец, он, к сожалению, не дожил вот до знаменательных дат. Он начал войну, ему было неполных 18 лет, танкистом попал. В первом же бою был подбит на американском танке. Вот после госпиталя уже вернулся в строй, в разведку. Всю жизнь, всю войну прослужил в разведке. Ну, мы будем чтить память и ходить, показывать его и ему вот наши великие праздники. «Бессмертный полк» – это международное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Казанский университет второй год участвует в акции «Бессмертный полк» отдельной колонной. Также 27 апреля в КФУ прошло традиционно уже четвертое по счету шествие студентов под знаменем Победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняло более 5000 студентов и сотрудников КФУ. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.